Я готов. Тогда начнем. Пусть Фрейя укажет победителя. Хватит! Хватит! О, боги! Не удивлен, что тебе трудно найти достойного противника. Но в конце концов, такой нашелся. Где ты этому научился? В Каэр-Морхен. Каэр-Морхен. Это ужасно далеко. Готова поспорить, ты и по пути многому научился. Может, ты об этом расскажешь? Это будет долгая история. В таком случае нам понадобится какое-нибудь спокойное место, отменный мед и... Что скажешь? С удовольствием. Увидимся в корчме? Там слишком шумно. Ты можешь прийти ко мне. Я живу в Харвикине. Буду ждать тебя после захода солнца. Тогда до свидания. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Кто для тебя это чародей? Йеннифер, да? Здравствуй. Пришел издалека. Ведьмак? Ты пришел издалека. Привет. Я уже решила, что ты передумал. Я ни за что не упустил бы возможности провести с тобой вечер. Я вот только боюсь, что собеседница из меня никудышная. Мне же не часто приходится беседовать с мужчинами. Почему не часто? Ну, до поединка жаль тратить время на разговоры. А после собеседников не остается. А теперь, когда наконец нашелся кто-то сильнее меня, похоже, что Фрейя посмеялась надо мной. При чем тут Фрейя? Я поклялась богине, что только тот, кто одолеет меня в поединке, сможет возлечь со мной, взять меня в жены и дать мне детей.
Что касается второго и третьего, боюсь, я ничем не смогу тебе помочь. Но по поводу первого, мы наверняка что-нибудь придумаем. На это я и рассчитывала. Ты останешься здесь подольше? Мечи за спиной, и чего только люди не выдумали. Ну-ка, осторожнее! Я лучше... Давай, плотва! Thank you.
здесь стоит осмотреться. Расколдовать Вуму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Славится вечное дело.
Спасибо. Рад! Могу я посмотреть? До свидания. Да славится ведь. Дай-ка. Да славится. Дай-ка посмотри. Расколдовать Вуму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Может, подождите немного.
Магия — это место силы.
Люблю дождь. Может, и хорошо, что подожди немного. Ну и лужи будут. Идет. Возьми плащ. И не в такую погоду в бой выступали. А пусть льет хоть до самого Рагнарёка. Здесь стоит осмотреться. Thank you.
И хер с ним. Эй! Thank you.
мечи на спине тягать. Здесь стоит осмотреться. Здесь воняет падалью. Грозная владычица глубин. Видно, когда-то ей здесь воздавали почести.
Странная окраска чешуи. Это необычная сирена. Та же самая чешуя, что и на алтаре. Культ Мелюзины возник не просто так. Наверняка эта ехидна жила тут очень давно. Сбросили с большой высоты. Интересно, кто это? Куда лезешь?